смотри, сегодня как это, меня обмундировали-то. А то вот мужское, карась мужского рода, у него мамалоки. Вот я их сначала освобождаю пузырь, а потом вот они отдельно вот белые. Эх, вот так кошки едят тут. А вот это черная желчь. Все. Белый першествует тут. Блистательно. Видишь, как Господь благословил. Благословил нам иметь рыбу. Ученики Христовы рыбу ловили. Ничего чужого нету. Рыбу издалека привозят нам иногда. Кое-что. Вики, Виктора Николаевича Савченко отец привозил по фляге. Возили по разным прудам, разводили. Но один пруд только запустили. Не говорите, вот такие вот почти что были. Получается около 2000 больше голов туда. Вот так. Это опять молоки. Никогда столько не было мужского семени, как здесь. То ли на нерест шла рыба, то ли еще. Вот она какая, вот одна. Это вот только уже без головы, без всего, вот на ладони лежит она какая. И не купи. Люди ничего не хотят сами делать. Все виноват, кто-то сделал бы. Вот сами все сажают. В огороде все есть в деревне. Ну то, что вот у нас это есть, это не каждый имеет. Видишь, какие перчатки. Потом все отмоется. А вот это холодец буду делать. Студень называется. Вот у рыбы большая рыба, видимо, я не знаю, какая кость это берут, и из нее клей делают. Вот такой неприятный запах. Ну клей ничего. Дерево клеит. Во. Видишь как? Это Господь все дает человеку. Не надо там вегетарианцы, они не едят. Пусть не едят, а Господь Христос с учениками рыбу ловил. И вкушали все вместе. Рыба в данном случае это как растительность какая. Не так, что вот, ага, вот это что-то другое. Нельзя жалеть, боль. Про рыбу никогда не говорится, что рыба причиняет боль. Это все выдумка. Она чувствует или не чувствует боль, еще надо посмотреть. Но главное, что ее назначение к человеку прийти. Вот так. Если, вот я помню, у нас из Буканки и Хальников, видимо, там озера есть, привозили. Женщины тогда были. Ну, я маленький был. И они продавали. А продавали как? Бартер. Что у нас было там, то ли меду даст. Мама держала, было 25, что ли, колодок, ули, колодками называется. И яйца куриные. А у них вот это, что как они ловят, я так откуда знал-то? Не знал. Вот, а теперь знаю. Ты можешь показать чашку с этой с готовой с икрой, которая у нас есть. Как она выглядит. Икра. А не надо думать, что там осетровая, она что-то тебе больше даст. Ну, вот. Это вот маленькая чашечка, вон там побольше лежит. Это карасики готовые уже. Сегодня братья ели. А вот это студень. Это мне тут накапало сверху. Так вот он. Вот такой вот прозрачненький получается. Вот. Это надо слить. Это у меня с рыбы накапало тут. Сейчас облизывается. Все время чистюля такой. Ты оба взял себе аппарат?
Да. Все. Слава Богу за все. Аллилуйя. Сегодня ты это...